Ну что, 32 градуса. Все надо еще поринавинизовать шашлыки. Домашнего лимонада? Я не знаю, я думал мелкшейк сделать. Зачем? Легче. Вот, у нас шампуры готовы. Сейчас будем тушить и ставить. Ну вот такая красота. Ням-ням-ням. Еще не для. Ням-ням-ням, почти готова. Еще 5 минут. Все будет офигенно. Здоровенно. Ням-ням-ням. Так, вот немножко подгорел. Очень впористо делаем шашлыки. Что они так вкуснее, ничего не. Вкусно, тише. Отлично. Вот так вот. Отдыхайте, ребята, кушайте шашлык.